Друзья «Шоу Веры», приятно познакомиться с вами. Меня зовут Давид Суарес. Это программа «Шоу Веры». Для тех, кто нас смотрит впервые, мы говорим о объективной, простой и ясной манере, что такое план Божий в жизни любого человека. Не важны ваша экономическая, юридическая ситуация, духовная, ваша религия, если вы ее имеете или не имеете, для Бога это почти не важно. По правде, многие люди задаются вопросом, есть ли что-либо от Бога в их жизнях и зачем они живут. Бог имеет свой план для каждого человека. Существует замысел Бога, по которому я нахожусь на этой земле, вы здесь находитесь. Многие упустили эту возможность узнать божественный замысел в отношении их жизни. Библия говорит нам, что секреты Господа лишь для тех, кто Его почитает. Что значит почитать Бога? Это когда вы слышите Его напутствие и решаете, что будете следовать этому, что будете делать это в вашей жизни. Каждый человек, который следует заветам Бога в жизни, это человек, получающий добро от Бога. С другой стороны, человек, который знает, чего хочет Бог, но не следует этому, это человек, не уважающий Бога, и так этот человек мало что получит от Бога. Затем мы также посмотрим, кроме слова веры, проповедь доктора Суареса. Посмотрим историю из реальной жизни, где один человек расскажет о затруднениях, проблемах, через которые он прошел и как он пришел к ответу в Иисусе Христе. Вскоре после этого мы дадим ответы на некоторые вопросы и помолимся за вас. Помолимся, так как верим, что Бог – это Бог перемен и Бог мира. Бог преображает жизни. Итак, приготовьтесь, потому что у Бога есть для вас нечто мощное. Вот он, момент услышать Слово Божье, затем я снова вернусь к вам сюда, в студию, во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Нам так хорошо испытывать силу Бога, и вы сейчас дома испытайте с нами, так как у Бога наверняка есть благословение и для вас. И когда мы понимаем, что Господь говорит в Слове, что Господь нам открывает, брат мой, все меняется и меняется полностью. Можете быть уверены, это будет великое благословение вашей жизни. И говоря о благословении вашей жизни, давайте откроем Слово Божие, Святую Библию, на Псалме 37, стих 34. Здесь царь Давид открывает один из тех секретов, которые он использовал. Давид был человеком, о котором Бог сказал: «Муж по сердцу моему». Он понимал, что Бог касался, принимал, и тогда Бог подтверждал Слово. Здесь в Псалме 37, стих 34, сказано так: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Псалом был гимном, который пели. У Давида получился великий псалом, полный смысла. Только в этом стихе есть целая порция откровений. Слово Божье проповедуемое, спетое, обдуманное, оно всегда открывается нам, всегда показывает нам, что нам принадлежит. И на самом деле, когда мы озарены, нам открывается дверь, чтобы войти и получить то, что наше. Итак, он сказал: «Уповай на Господа и держись пути Его». Недостаточно лишь уповать на Бога. Нужно держаться Его пути. Когда вы держитесь Его пути, когда вы ждете появления силы Бога, проявления этой силы, когда вы не противоречите тому, что требует Бог, вы не впадаете в грех и не оступаетесь. Мы всегда должны смотреть на Господа и уповать на Него. Однако в то же время мы должны держаться пути. Я делаю то, что надлежит делать христианину. Например, Святая Библия гласит, что Иисус рассказал историю о необходимости всегда молиться и никогда не унывать в случае с неправедным судьей. Так что на нас лежит обязательство всегда молиться. Я уповаю на Господа, но я молюсь. И тогда я возлагаю свою жизнь на алтарь Господа. Я прошу Его проверить меня и показать мне отступление, некое неверное решение, что-то, что склоняет меня к ошибке.
Если я не молюсь, я поступаю неверно, так как я должен всегда молиться и, кроме того, уповать. Но если я унываю, я изнемогаю. В этом случае я потеряю благословение. Когда мы смотрим на Авраама в послании к римлянам, глава 4, когда Бог пообещал сыну, он поверил, хотя он имел преклонный возраст, жена имела преклонный возраст, слово Господа гласит, что он не обратил внимания ни на свой возраст, ни на омертвение Сариной утробы, и он был абсолютно прав. Он не унывал, так как все, что было обещано, Бог имел могущество сделать. Итак, он уповал, но не изнемогал. Есть люди, которые вправду уповают, они уповают, а если не приходят, они не беспокоятся. Нет, это проблема. Господь мне пообещал, Господь меня озарил, Господь сказал мне, что это мое благословение. Так что держитесь своего пути, уповайте на Господа, но держитесь своего пути. Что еще он здесь говорит? И он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Когда вы уповаете на него и держитесь пути, ожидайте того, что Бог вас вознесет. Так что вы достигнете духовного положения, когда вы будете чувствовать себя сильнее, чем испытание, которое удерживает вас. И в тот час, когда вы почувствуете, это может быть в мановении ока, может быть во время молитвы, тогда вы используете власть имени Иисуса и разрушите ту силу лукавого, которая препятствует вам получить благословение, которая вас атакует, которая разрушает вашу жизнь, вашу семью, ваше предприятие, разрушает любую вашу часть. Итак, что же нам нужно делать? Мы должны уповать на Бога и держаться пути, и ожидать также, что Бог вас вознесет и вознесет. В один прекрасный миг, согласно слову, вы узнаете, настал час. Теперь я обладаю властью, я пошлю зло прочь, зло мне подчиняется. И в час, когда вы сделаете это, сила Бога вступит в действие, и вы тогда получите благословение Бога. И что еще? Когда это произойдет? И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. То есть, когда эти нечестивые духи уже потеряли силу, так как это сражение, которое идет, чтобы отнять мир, чтобы заставить вас страдать. Дьявол использует человека у него на работе, у него дома, и тогда вы теряете терпение. Но когда вы уповаете на Господа, уповаете на Него, держите своего пути, чувствуете вознесение, принимаете Его, вы можете быть уверены, что нечестивые будут изгнаны. Те нечистые духи, которые вас провоцируют, они уйдут со сцены. И что же произойдет? Вы получите свое благословение. Он сказал здесь. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Тогда Бог подтвердит слово. Он вас вознесет, чтобы вы унаследовали землю. Что значит унаследовать землю, доктор Суарес? Я не ищу никакой земли, я ищу. И многие земли – земли обетований Божьих. Ханаан был символом, где Бог сделал все обетования. Если я не буду владельцем этой земли, я не владелец обетований, богатств, которые в ней есть. Значит, я должен делать это, я увижу, мои глаза будут созерцать, если я сохраню то, что мы здесь усвоили, когда будут истребляемы нечестивые. О, слава Богу! Настал мой час провозглашать и принимать. Закончились бедствия, пришла благодать, Бог уже сделал дело, и победа будет за мной во имя Господа Иисуса. Аминь. Переходим к истории из реальной жизни. Я курил на протяжении 50 лет. Мне было необходимо обследоваться, так как у меня была эмфизема легких. Моя мама умерла от этой болезни, и я был напуган этим. Это был удар для меня. Эмфизема легких – это хроническая болезнь, которая разрушает легочные ткани. Курение – это основная причина. Симптомом этой болезни является нехватка кислорода. Согласно врачам, эта болезнь неизлечима. У меня было затрудненное дыхание. Это один из симптомов. Он всегда жаловался на дыхательную недостаточность. Это его беспокоило во время сна. Дважды случалось так, что я не смог уснуть 24 часа. Вечером мне казалось, что я умру от удушья. Настолько мне не хватало воздуха. И все из-за сигарет, от этой жуткой зависимости.
Мне было сложно подниматься по лестнице, ведь я курил 50 лет. Иногда я выкуривал больше 2 пачек в день. Обеспокоенный Франклин узнает о программе «Шоу Веры» и становится спонсором. Я начал смотреть шоу, и кажется, что слова доктора Суареса были для меня, потому что он сказал: «Послушай, ты обеспокоен, у тебя много проблем в жизни». Он сказал: «Ты зависим, перепуган, но Бог ждет тебя, чтобы преобразовать, помочь тебе, встать на путь праведный, так как Бог все в нашей жизни». Казалось, все это сказано для меня, а затем он упомянул о спонсорстве. Моя жена сказала мне: «Так как я не работаю, у меня нет дохода, ты станешь спонсором». Я сказал: «Запишу на твое имя». Она сказала: «Нет, на свое». Чтобы все узнать, мне нужно было позвонить в Сан-Паулу, но это слишком долго. На следующий день я с утра поехал в церковь и уехал оттуда с бланком и сказал: «Я поеду в банк Бродеско, так как там у меня был свой счет в своем банке Бродеско». Я поехал туда и оплатил спонсорство. У меня есть хорошие диски о спонсорстве. Многие я подарил, а несколько оставил себе. Франклин возвращается в больницу за очередной ингаляцией, которая помогала ему при дыхании, и удивляется своему исцелению. Он исцелился благодаря Богу. И когда он снова пошел сдавать анализы, было подтверждено, что у него больше нет эмфиземы. Мне говорили, что у меня отличное дыхание. Мне сказали дышать вот так несколько раз. Врач послушал сзади и сказал: «Он исцелил, слава Богу. У меня была эмфизема и действительно проблема, но Бог меня исцелил». Это было счастье в моей жизни. Теперь я не перестаю спонсировать и ходить в церковь, и так уже 3 месяца. Вот мой сертификат крещения. Я крещен водой. Сегодня он стал новым Франклином. Он больше не тот Франклин, которого мы знали. Можно сказать, что сегодня это другой человек. После всего, что произошло, Франклин не курит. Приблизительно 3 года назад он бросил курить. Я ненавижу сатану. Сегодня мой злейший враг — сатана и его сигареты. Когда я встретил доктора Суареса, он проповедовал. Это было именно для меня. Я взял сигареты и выбросил, никогда больше не курил. Если верить в Бога, он даст силы все преодолеть. Я дышу, живу благодаря Богу. Он мог бы не быть здесь, с нами, если бы продолжал курить и не узнал Бога, он бы уже не был здесь. Главный урок, который человек может получить из моей истории, это важность помогать делу Божьему. Бог нас награждает, дарит здоровье, радость, и, что самое главное, дает нам спасение. Потому что все мы в этом мире временны. Он был исцелен, друзья. Давайте здесь кое-что уточним. Он курил 50 лет. Я вспоминал, что когда я был мальчиком, почти все мужчины курили. Люди моего возраста и старше должны помнить об этом. Считалось шиком, чтобы человек курил. Были такие, кто пускали кольца из дыма. А другие смотрели, восхищались. Ничего себе. И принимали позу, чтобы стряхнуть пепел, что-то в этом духе. Это было шиком. В результате выросло поколение, почти полностью больное. Переходим к первому вопросу. Что вы думаете о защите прав ребенка? Думаю, ничего хорошего. Помните, когда я был мальчиком, в те времена учителя могли нас бить, и я был слегка неорганизованным, мне часто доставалось линейкой. Я стоял на коленях на горохе, в этом нет ничего хорошего. Я усвоил Слово Божье. Слово Божие говорит, чтобы мы не оставляли юношу без наказания розгою. Тогда человек, который не знает Слова Божье, вот видите, надо пороть. И однажды я встретил мать, которая поступает так долгие годы. Она била, когда закончила. Я спросил: «Почему вы, мать, делаете это? Так он достоин». А Библия говорит: «Не оставляйте юношу без розги». Я сказал, ответил: «Розга – Слово Божье, мать». Добрый совет уже поможет, но совет Слова Божьего разрешит ситуацию. Давайте разберемся, что написано здесь. Это. Это подходит к любому ребенку, взрослому, так как тот, кто сделал что-то неверное, чувствует духовный дискомфорт. Значит, зло побеждает. А когда озаряет Слово Божье, он просто-напросто скинет на землю силу зла. Всегда со Словом Бога. Забудь этот закон о наказании, розги, а это слово будет действовать намного лучше. Следующий вопрос. Доктор Суарес, Библия предвидит будущее? Предсказывает ли Библия будущее? Как вы считаете, друзья, предсказывает? Нет, Библия не предсказывает. Она говорит, что будет в будущем. Бог ничего не предсказывает, он обо всем знает.
Так что, когда он говорит, каким будет человечество, каждый день оно становится все хуже, как говорит Святая Библия, Дух ясно предупреждает, что наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, и все, что их будет интересовать, только цифры перед глазами. Мы с вами видим это, друзья. Человек ради ерунды обманывает сам себя, убивает, не думая о будущем, к сожалению. Но пока одни теряют себя, Бог поднимает святой народ, народ ревностный в добрых делах, который уважает слово Господа. Все то, что говорит Библия, все без единого исключения произойдет. И когда настанет исполнение слова Божьего, тогда Иисус вернется. Не хватает проявления нескольких признаков. И каких основных признаков не хватает, чтобы Иисус вернулся? Матфей, глава 24, по-моему, стих 3. Мне подсказывают, но позвольте я проверю, чтобы не ошибиться. От Матфея 24 или 3 или 10. Вы уж меня простите, но я вам сейчас уже точно скажу об этом. Хотите сказать, что Иисус вернется в мир? Вернется, друзья? Да, начинается следующими словами. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, будьте осторожны, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит необходимым всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Но где то, о чем я говорил в 14-м? «И проповедано будет сие». Обратите внимание на указательное местоимение. Он не сказал «да» или «нет». «Сие» – Евангелие, Царствие, то есть то же, что он проповедовал, без единого изменения. Он не сказал «проповедано будет Евангелие». Нет, это не так. Он еще важным показать здесь. «Сие» – Евангелие, Царствие по всей вселенной, в свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Каков основной признак возвращения Иисуса? Когда то же Евангелие, что проповедовал Иисус, исцеляя немощных, изгоняя демонов, делая людей свободными, будет проповедано во всем мире. И тогда придет конец. Давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я христианка и преодолевая многие трудности в моей семье. Уже 7 лет мой брат находится в глубокой депрессии. Ему не помогает лечение, и он не хочет сам себе помочь. Каждый день я молюсь за его жизнь, но нет никаких улучшений. В связи с этим моя мать тоже ослабела. Она больше не может видеть сына в таком состоянии. Мы не знаем, что и делать, чтобы помочь ему, доктор Суарес. Пожалуйста, помогите нам своим словом. Нет, мудрые слова лишь в Библии. Однако в одном вы правы. Если вы будете продолжать в том же духе, прошло уже 7 лет, еще через 7 будет то же самое. Это не действует. Нет смысла настаивать на чем-то, что не действует. Начните просить направления у Бога, каким образом вы должны молиться и что вы должны делать. В один прекрасный миг придет откровение, как мы уже видели сегодня во время наших рассуждений. Достаточно одной молитвы, и вы разрушите всю власть зла, и зло исчезнет во имя Иисуса. И тогда Бог будет восславлен. Давайте поднимемся, чтобы помолиться, друзья. Настал тот момент, мы услышали слово Бога, и теперь получим благословение. Склоните головы, закройте глаза. Дорогой Бог,
Я предстал перед тобой, чтобы просить за всех тех людей, что находятся здесь, и у которых есть проблемы любого рода. Отец, твое слово ясно. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И мы хотим теперь проявления твоего слова. Ах, Бог, протяни свою руку, коснись этого человека, исцеляя, освобождая, творя великое дело во имя Иисуса. Господь, я буду использовать власть, которую Господь дал мне, чтобы благословить каждую из этих жизней. Во имя Иисуса я объединяю свою веру с вашей, и с этого момента я обличаю причину вашего зла, и я приказываю, иди во имя Иисуса. Я приказываю сейчас во имя Христа. Как же вы ходили все это время? Я ходил вот так. Иногда хорошо, иногда плохо. Теперь поднимите голову и идите, брат. Поднимите и идите. Больше ничего нет, слава Богу. Аллилуйя! Даже смог присесть. Покажите, как же вы ходили. Покажите. Я ходила с подвернутой ногой. Покажите, таким образом. Вот так, смотрите. Сделайте, дефилируйте на подиуме, Иисус. Посмотрите, друзья. Я упал и повредил позвоночник. И теперь идите нормально во имя Иисуса. Больше ничего нет, слава Богу. Вы испытывали трудности при ходьбе? При ходьбе мне было очень сильно больно. Болел. Поднимите голову и идите по подиуму Иисуса. Больше ничего нет. Мария, как вы ходили раньше? Вот так. Я хромала. Почему вы хромали? Одному Богу известно. И как давно? 2 года. Теперь идите красиво, Мария. Смотрите, как красиво, друзья. Как же вы с ней ходили? Покажите. Вот так. По-другому я не могла ходить. Теперь нет. Больше не болит. Теперь уже не болит. Значит, теперь ходите красиво. Пройдитесь красиво, чтобы все увидели. Иисус, Господь просто прекрасен, да? У меня была боль в спине, болело бедро так, что я не могла наклоняться от боли. Как вот давно? Так. Уже 2 года. А теперь наклонитесь во имя Иисуса. У меня затекали ноги. Наклонитесь теперь. Ничего больше нет? Слава Богу. Иисус исцелил. Я исцелена. Аминь. Слава во имя Богу. Иисуса. Как давно у вас проблемы с позвоночником? Уже 2 года. Тогда теперь сделайте все, что не могли сделать, как юноша в 16. Ну и что вы скажете? Слава Богу, я здоров. Спасибо, Иисус. Девселина, что у вас было с позвоночником? У меня сильно болел позвоночник. Сколько времени? 5 лет. 5 лет. А теперь вы уже наклонились, Девселина? Наклонилась. Тогда сделайте сейчас снова, я хочу это видеть. Болел, Девселина? Нет. Нет? Нет, не болит. Больше не будет болеть. Как давно? Уже 15 лет. И что у вас было, друг мой, от чего вы страдали? Дело в том, что я занимался тяжелым физическим трудом за городом. Занимался прокладкой труб, неудачно повернулся, и теперь у меня боли в спине. Тогда наклонитесь, я хочу посмотреть во имя Иисуса. Слава Богу! Что у вас было, сестра? У меня были странные шумы в ушах. Теперь шум исчез. Прошло, слава Богу. А что было у вас? Шум. У вас шум тоже исчез? Шум прошел. Слава Богу. У меня было воспалено ухо. В ухе болело? Очень. Теперь слышите хорошо? Да. Надавливайте, не болит? Нет. Аминь. Слава Богу. Среди исцеленных есть молодой человек, Полако, который поразил всех своим свидетельством. Повторяйте то, что я буду говорить. Повтори то, что я буду Итак, говорить. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Три. Четыре. Четыре. Как прекрасно! Аллилуйя! Аллилуйя! Смотрите, как замечательно. Что у вас было с рукой? У меня были сильные боли в суставах. Вы могли прежде удержать Библию этой рукой, Эмилия? Поднимите ее к небесам. Аплодисменты Иисусу, друзья. Как же вы ходили раньше? Вот так, волоча ногу. И теперь не держа ногу, ходите красиво. Как прекрасно, верно, друзья? У меня болела спина. Вот здесь, смотрите. А теперь идите нормально во имя Иисуса. Я ходила. Идите, ходите лучше с каждым днем. Как же вы с ней ходили? Я ходила хромая, потому что у меня была боль. Там, в Кампина Гранде, когда работа закончена, люди кладут тяпки на плечо и идут, так ведь? Да. Тогда идите теперь со своим инструментом. Я не могла ходить. Мне нужно было держаться за братьев. Теперь ходите нормально во имя Иисуса.
Я повредила колено, и седалищный нерв болело везде, до самой шеи. Вы были благословлены? Благословлена. Тогда ходите нормально, во имя Иисуса. И вот возвращаемся сюда, в студию, после этой могучей молитвы, которой молился доктор Суарес. Этот момент, чтобы мы осознали, Бог нас любит, Бог заинтересован в нашем успехе. Существует план Божий для нашей жизни. Бог хочет преобразить нашу сущность, и Он может изменить вашу сущность. Он может преобразить вашу жизнь. И сейчас мне нужно, чтобы вы приняли, чтобы вы помогли, чтобы вы сделали и сказали: «Да, мой Бог, я хочу, я нуждаюсь в Твоей помощи, и я получу ее». Мы находимся здесь с поручением от Бога, чтобы помочь людям из вашей страны, вашей нации, тем, кто услышал это слово и кто нуждается в помощи. Мы хотели бы предложить наши жизни в распоряжении вашим. Если вы скажете, что нуждаетесь в молитве и что хотите нашей помощи в молитве, мы обязательно помолимся. Вы можете нам отправить свой имейл со своим именем, своими данными, город, где вы смотрите эту программу. И если возможно, если вы захотите, ваш телефон, ваш имейл, и расскажите нам о своей проблеме, что происходит с вами. И мы со всей заботой помолимся за вашу жизнь. Возложим ваше имя на алтарь Бога. Или вы можете нам позвонить прямо сейчас по этому телефону, который появился на вашем экране. И можете нам сообщить, если нуждаетесь, в помощи Бога в вашей проблеме. И мы будем в вашем распоряжении, чтобы помолиться за вас. И я верю, что добрый Бог вас благословит. Бог начал хорошее дело. Он никогда не бросит вас на середине пути. Он следует за вами, чтобы благословить. Будьте тверды, верьте, дело, которое Бог сейчас начинает, будет завершено в вашей жизни во имя Иисуса. Хорошо, на сегодня это все. Пришло время расставаться, но мы всегда к вашим услугам. Пусть Бог благословит вас. Желаю мира всем вам во имя Иисуса.